Как и в прошлом году, Сонусут стал символом надежды, к которому обращаются тысячи людей, когда Индия борется с разрушительной второй волной пандемии. Актер помог многим, кто не смог получить столь необходимые ресурсы, будь то кислородный баллон или кровать в больнице от явно борющейся системы здравоохранения. Однако он не единственный. Другие из Болливуда также внесли свою лепту, чтобы усилить тех, кто в этом нуждается. Приянка Чопра обратилась к разрушительному кризису и привлекла внимание мировой общественности к ситуации в Индии. Ситуация с ковид по всей Индии серьезна. Я вижу видео и истории, поступающие из разных частей страны, которые так пугают. Ситуация вышла из-под контроля, и наше медицинское братство находится на переломном этапе, написала Приянка в Инстаграм 20 апреля. 10 дней спустя актриса и ее муж Ник Джонас объявил о сборе средств, чтобы помочь Индии, поскольку страна сталкивается с изнурительной второй волной пандемии. Приянка Чопра также публично обратилась за помощью президенту США Джо Байдену, пометив его в Твиттере и написав: «Ситуация в моей стране критическая. Будете ли вы срочно делиться вакцинами?» Она также написала, что в то время, как Индия страдает от ужасной второй волны пандемии, США заказали на 550 миллионов вакцин больше, чем необходимо. Суперзвезда Акшай Кумар и его жена Твинкл Кхана пожертвовали организации 100 кислородных концентраторов. Акшай также пожертвовал 10 миллионов рупий фонду политика и бывшего игрока в крикет Гаутама Гамбхира, чтобы помочь тем, кто пострадал от вируса. Суперзвезда Салман Кхан в дополнение к финансовой помощи, оказанной им в прошлом году работникам Болливуда с ежедневной зарплатой, будет зачислять 1500 рупий на банковские счета 25 тысячам работников промышленности, которые сталкиваются с безработицей из-за блокировки. Недавно Салман также раздавал прохладительные напитки и еду передовым работникам, таким как медицинский и полицейский персонал, работникам БМС и уборщики Мумбаи. Попытки помочь стране, которая борется со второй волной вируса, актер также заявил, что часть доходов, полученных от его предстоящего фильма «Радхе. Ваш самый разыскиваемый Пхаи», пойдет на работу по оказанию помощи ковид. В то время как Сонусут был человеком, к которому обращались люди, страдающие из-за острой нехватки кислорода в нескольких частях страны, многие знаменитости, такие как Анушка Шарма, Равина Тантон и Сара Алекхан, также внесли свой вклад в сбор средств для снабжения кислородом, в то время как Анушка и Вират пожертвовали 20 миллионов рупий на свой собственный сбор средств, цель которого – собрать в общей сложности 70 миллионов рупий. Равина Тантон отправила кислородные баллоны для пациентов в Дели. Сара Алекхан внесла свой вклад в фонд «Сонусут», чтобы помочь приобрести цилиндры.